В России появится еще один национальный проект по развитию туризма. Об этом было заявлено на открытии международной туристической выставки «Интурмаркет». Среди участников и делегация от Хакасии. Мероприятие ежегодно предваряет туристический сезон. Сюда приезжают не только профессиональные туроператоры, но и путешественники-любители. Выставка проводится в 16-й раз, но впервые на ней представлена наша республика, которая презентовала свой новый бренд «Хакасия – земля пяти стихий». Турагентствам были предложены готовые кейсы для сотрудничества, особое место в которых занимают эксклюзивные варианты летнего отдыха. Напомним, власти республики усиленно продвигают туризм. В прошлом году к нам даже летали чартеры. И эту выставку в правительстве расценивают как отличную возможность привлечь гостей, а значит вывести туристическую отрасль на новый уровень. Просто взять через Ширинские озера в лучшие года в сезон проходило 1 миллион человек. Вот представьте. Даже если 1 миллион человек потратит, грубо говоря, 10 тысяч рублей, мы можем понимать, какой денежный оборот через республику может пройти. Ну и тут надо грамотно отработать на части именно сервиса, в части все-таки официальной работы туроператоров, официальной работы магазинов, курортов. И, конечно, это даст положительный эффект в виде получения налоговых преференций, да, для республики. Но и тем самым мы сможем за счет того, что у нас начнет поступление, налоговое поступление в бюджет, мы можем говорить о развитии туристического бизнеса и дальше.